Наконец-то! Ни хрена себе! Я бегом туда-обратно. Охренеть! Да, 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 конечно, вышла ночью, пришла днем. Катя, ну что, ребят? Ты выходишь на 5 минут, а тебя 2 дня не было, а тебе говорят, у тебя не было. Ты в это можешь поверить? Нет, я не могу поверить. Ну вот как вот с ней? Она не может в это поверить. Ну как, если я вот ходила в магазин и вернулась? Ну ты вернулась в магазин, но у тебя 2 дня не было. Опа, это что, Макс перестал головой думать, понимаете? Катя пришла, у него сразу кровь прилилась в другое место, и он уже все не соображает. Какой-то энергичный танец. Катерина пришла и принесла какой-то много слишком любви, и мы тут стали очень любвеобильные. Может, даже я буду липоксированным мастером, да, то есть я буду отсасывать жир. Кому? Боже, Васильевич, ты давай там не дергай елду свою, иди сюда. Ты глянь, что тут происходит-то? Уже это вот такие вот есть, которые тащу. Нет, Макс, я хочу все равно, чтобы ты меня отсасывал. Это игры реальности. Это игры реальности. Нет, просто, Макс, потому что я считаю, что мне немножко нужно к Новому году привести себя в порядок. Поэтому Катя, для этого есть моя зарядка. Макс, отсоси у Кати. И все. Давайте просто будем делать мою зарядку, и тогда мы будем при фигуре. Отсасывать никому не придется. Почему? Слушайте, может быть, нам начинать каждое утро так? 6? Да, интересно. 8, поехали в ту сторону, в правую. Нужно скрещивать ножки. Блин. 5. Слушай, кажется, легко так. 6, 7, 8. А теперь вперед. Макс, модем тормозит. Да. 9 декабря на Старом Арбате у памятника Булату Акуджаве мы будем давать свой небольшой творческий концерт, который собрали из того, что у нас есть. У нас ничего, у нас листочек, бумажки, и позавчера мне Черныш принес гитару. Это все, что у нас есть. И своими силами мы собрали вот такой концерт. Мы будем шутить, смеяться, веселиться. И если ты к нам придешь, тебе будет весело и смешно. Yeah.